поехали, поехали, поехали! Ну, 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 ну! Ну! Погнали, погнали, Митчик, погнали! Уважаемые подписчики, и сегодня я не один, ко мне пришел мой братик! Лембу! Ну что, братик, ты знаешь, что мы сегодня будем делать? Вот как ты думаешь? Я так вижу, тут интересные какие-то кейсики, в принципе, можно пооткрывать что-то и заутать что-то. Братик, ты посмотри, что ты видишь! Немелы сказки будем открывать! Господа! Я в игре нашел Немелис, не понял. А вот так вот, братва! Немелис, посмотрите, тут есть жизнеозарение, конфолезер, USB NES, Avic TH, тычки Harmony. Это не все, а также Fireborn, Project Zone 9, также новые стикер-паки, Assassin's Casky, все что угодно. Кстати, а есть эти из новой коллекции, из нового Battle Pass'ика? Также Fireborn, братик, конечно же. Это же нового пасса, правильно? Нет, это вообще устаревший. Нет, старого? А, ну уже Sunstrike. Братик, есть, все есть, но чуть попозже покажу. И все, что я буду убивать с этого симулятора, я буду отдавать Абомину в реальном стендофе. Ой-ой-ой, слышь, это халява получается. Брат, это лютая халява. То есть, если тебе выпадают очки Harmony, я тебе их даю, дырочки ты моя, отдаю навсегда. Будем бусты делать в симуляторе, кейс. Ну что ж, уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, и Абомин вам подарит. Брат, что подаришь? Ну, сложно. Брат, ну давай какую-то новость. Смотря, что выпадет. Брат, ну давай какой-то М9 подарим подписчикам. М9! Кама! Ну да, ща, короче, он выпадет, мне скинешь и подарим. Все, ребята, с вас лайк, подписка, а мы начинаем! Поехали! Ну шо, Абоминчик, братик, набирай! Чего же мы начнем, дорогочки? Я думаю, с Хэллоуин стикерпаков, в принципе, можно начать, потому что скоро Хэллоуинчик, надо бы потренироваться, выбивать хорошие дропчики. То есть, если тебе на голдскул, еще ты голдскул получается? Ну, кстати, я не знаю, как ты его дашь, его на рынке почти нет. Брат, я кредит возьму, холдика выкуплю. Брат, говори заклинание. Как говорится, Хэллоуин стикерпак, выдавай, голд скул. Тик-так, урод, попадай. Погнали, брат! Ну, и что же тебе выпадает? Боха пролетел. Ой-ой-ой, Дракула! Что ты слышишь? Фигня полная. Слышь, нормально. Следующий давай. Ребята, и мы перемещаемся в стендов 2. Абомин, радуйся, братик, 2 косаря, ты готов, родной? Плюсик. Все, братик. Хэштег плюсик. Плюсик. Мы идем обратно в симулятор. Ну чё, Абобус, Абобимус, выбирай дальше. Выбирай дальше. Чё думаешь насчет Ориджина? Ориджин! Ого, ты просто тут все дорогое. Открываем? Я думаю... Давай, давай, давай. О, как же я хочу тебе подарить... П-90 гуль. Эпик. Ладно, можешь его не дарить, он, в принципе, там, 20 голды стоит. 20? Ты уверен, брат? Потому что ты тоже там, ну, дорого. Не, давай, кстати, реально будем от 500 голды в скины выводить. Ничего себе, Абомин зажрался! То есть, все, что до 500, это пыль, это перхоть. Фу, да? Не-не, просто проще реально выбить какой-нибудь дорогой сразу за все дешевые, которые подали его. Давай, брат! Ну, я согласен. То есть, вот эти скины для бедных нам не нужны. Мы с Абомин богачи. Ну, как, мы с тобой на Абомин точно? Я так снимаю. Не, я бедный. Братик, ну давай дальше, выбирай. Так, давай. О, Хэллоуин еще у нас есть. Надо реально готовиться к Хэллоуину уже. Чернопак, да? Да, да. Блин. Тут фигня выпадает, поэтому ее сразу можно скипать. А вдруг тебе еще паук выпадет? Ну давай посмотрим. Или легендар какая-то. О, что? О, брат, смотри, на кого похоже с ютуберов? Как-то не хочется обижать кого-то. Ну ты понял, про кого я думаю. Про магу? Оставим это в тайне. Брат, ну это тоже дешево, можно не дарить, правильно? Да, я думаю, просто оставим. Оставим его симулятор тест. Имба, братик, ну что, давай дальше выбирай следующий. Давай Хэллоуин. Слушай, ну я смотрю, ты, короче, намерен выбить паука или метлу, да? Да, да, да. Погнали. А ты, кстати, в реальном стендофе выбивал что-то из них? Я, кстати, когда только вышел паук, я выбил паук с 5-го кейса. То есть я 5 всего купил и выбил с последнего кейса, короче. И мне тогда этот комьюнити-менеджер написал, нифига себе, этот подкруточку тебе сделали. Опа, инсайд! Хэштег, сделайте кенту подкрутку. Хана. Абомин делают, Вели делают, а кенту не делают. Обидно. Осуждаю. Подкруточки нету, просто этот... Это выражение такое... Да не оправдывайся, не оправдывайся.
даже. Брать, ну была и была, все, уже все забыли. А ну-ка, кентуха, покажи, что за фигня. Откуда вот у тебя такие дорогие скины? Что за фигня? Ну ты же не в курсе, дружище, ты моя. Булдропчик. Слышал о таком? Булдропчик, практик есть такой классный. Конечно, слышал, братанчик. Там же там еще вышла обнова. Да, я там понимаю, там нереально. Там еще вышла обнова. Там новая колесо-кассика. Там добавили новый ивент. Все там. Поэтому, брат, хочешь подниматься же, как я, залетай на булдропчик. Ну а я дарю подписчикам по секретному слову подарок. Просто залетаете, вводите его и забираете свой приз. Секретное слово у вас на экране. Все нужные ссылки где? В закрепленном комментарии. Брат, ну выбирай дальше, что ты хочешь. Так, давай, Винтерфанк. Скоро зима, надо тоже готовиться к зиме, поэтому. О, вот тут другие скины, ты посмотри, ну, тут. Перчаточки на зиму надо выбить, давай. Погнали, брат. Сейчас посмотрим, что тебе там выпадут. Выпадут ли тебе перчаточки или нет, и... Ножичек, куда ж ты? Мать моя женщина, фух. Слушай, ну это вроде недорого стоит, да? Можно тоже оставлять? Оставляем. Подарим подписчикам, правильно? Вот давай, вот все эти скины разыграем подписчикам. Я уверен, там какой-то из этих скинов все равно стоит нормально, и братва в телеге оценят подарок. Конечно же, подписываемся. Так, братик, что дальше? Выбираем, не стесняемся. Ньюер стикер пак. Ничего себе, брат. Я смотрю, вот это? Ну, тут вообще дорогие скины, по-моему. Любой. Ну, давай. Раз, два, три. Блин, это другой! Братик, ну что будем делать с этим Toxic Snowball? Ты прости. Короче, я думаю, в принципе, его можно вывести, поставить вообще, сколько он стоит в стендофе. И если прикольно, то в принципе можно на разок вывести. Кстати, следующий скин можно, думаю, какой-нибудь, если выпадает, тоже неплохой. По стоимости там, если стикер-пак будет, рарка выпадет, дорогая, можно подписчикам тоже разыграть. Ой, он прям заразил. Так, погнали. Поэтому в телегу подписывайтесь, братва, кентурика. И на ютубчик, мужики, самое главное. Ого! Ты видишь эту сцену? Кстати, подешевле, чем то, что мы покупали до этого. Ага, подешевле, 1400, это цена какого-то ножа, это рарка долбанная наклейка. Ядрыть, колотить, погнали обратно. Ну что, дорогулечки, ты моя, что теперь мы откроем, а? Слушай, а может сейчас систенс бахнем, не хочешь? Давай, кстати, я не знаю, что там есть. А, ой, ну, а если еще этим девятый выпадет, ой, это щелюха отлетит. Погнали! Давай, иди выпадает с ассистент с кассика М4 Predator. Ну слушай, ну, Predator... Я не знаю, кстати, он сколько стоит, поэтому можно на розыгрыш оставить, чтобы в интриге оставить его стоимость. Опа, вот тут я сказал, всем пойду розыгрыш в конце видео, мужики. Так, слушай, у нас еще есть Fireborn, Assistance, Nameless, Project Zone 9, Hot Winter Party, выбирай. Давай, Hot Winter Party, как говорится, скоро зима, еще раз напомним, кто не знает, может быть, поэтому. Может, никто не ориентируется по календарю, скоро зима, а Бог не предал. Братик, ну смотри, если бы на Таркана тогда было. Зима близко. Стартрек! Это по-любому дорого. Мужики, ну этот скин мы отдадим обоину. Брат, согласен? Или можно себе ставить? Ну, можем чисто ради эксперимента зайти посмотреть, сколько он стоит. Если он сильно дорогой, то можно для братвы оставить. Брат, 36 голды! Я думаю, можно вообще даже не покупать. Не, надо. Братва не оценит такие подгоны. Надо, чтобы от 500 голды для братвы было. Ну, тут я согласен. Ну, погнали выбивать от 500 голды тогда. Погнали. Слушай, ну если... Вот ты хочешь вот реально обогатиться? Хочешь купаться в горах золота? Это Туерс. Ты посмотри, тут все скины дорогие. Если Юс выпадает, для братвы оставляю. И Обовин выпадает. Леди и джентльменс. Юс Туерс. Что думаешь, братвы оставляем? Братик. Ну, я думаю, оставим. В конце видео скажем условия, как можно забрать вот этот USP. Он стоит косарик плюс-минус. А теперь давай откроем второй Туерс и то, что выбрать из него. А теперь мне уже. Я, братве, подарил подарок. Можно и мне что-то выбить. Брат, тоже Туерс открываем тебе. Давай. Чтоб честно было. Это была битва кейсов с братвой. Че, готов? Да. Прикинь, сейчас братве выпал USP Туерс, а тебе АВМ Туерс выпадет. Эпостер Туерс. Кстати, неплохо, отлично. А сколько он стоит? Он, по-моему, около 1000 с чем-то. Сколько? Погнали в стендов. 240 голдишки, я помню. Ну, кстати. Ну вы меня разорите так скоро. Какой ник смешной, типа, чил. Погнали дальше. Надо бы уже побольше что-то выбивать, а то что-то везет тебе пока. Ну это и хорошо. Так, есть Assistance, Fireborn, Project Zone 9. Че откроем? Давай Fireborn. Я не помню, что там. Ну по-любому что-то дешевое. По-любому, вот смотри. О, это дорого! Это Габелла.
А, это... ну это, блин, сатрак не очень дорого стоит. Аговин, брат, и ты хочешь у меня забрать 100 голды последних? Походу надо. Это по возрастанию сейчас все пойдет, я тебе отвечаю. О, ну давай посмотрим. Что дальше, выбираем. Фаерборн надо добивать, я думаю. Ну давай, фаерборн добиваем. У нас еще этого фаерборна осталось штук 5, наверное. Так, открываем, и нам с тобой... Ой-ой-ой, фигня. Блин, а это дорого стоит? Я думаю, нет, дешевле 100%, чем АКР. А, все понял. Ну, значит, можно и не смотреть, правильно? Давай тогда, знаешь что, Фуриус должен показать. Слушай, ну Фуриус, если сейчас попадает какая-то аркана, у меня челюха отлетает сходу, просто из соседней комнаты идет. Нет! Это ты меня раздавишь! Короче, погнали, наконец-то я показал и дождался этого момента. Я знал, что это случится в этом видосе. Поэтому я не расстраивался, когда фигня выпадала. Пячка! Я в шоках! Покупать? Да, надо бы. Слушай, а может разыграем братану Кента ПК? Смотри, тебе подарили, братве подарили, а братану Кента ПК? Тебе можем Nameless скин подарить, тебе на аккаунт купить его. За самую голду. Ладно, все, брат. Купили, и потом, конечно же, все тебе передадим. Минус 5к. Сейчас бы мазду. В курсе, что у нас остались самые дорогие кастики. Нам бы еще один фокус на такое же выпадение. Ну давай! Ща давай второй нож. Ну давай, у меня сейчас челюха летит сходу. И тут выпадает. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, хватит уже, хватит! Фомазбил, нормально. У нас еще есть один дешевый скин, ассистент, да? Давай, это давай. Единственный дешевый. А прикинь, еще выпадает М9, я просто буду в шоке, сегодня будет твой день. Бро, ты можешь вот пару каких-то, пару слов, вот какую-то... Мотивацию бы дать, брат, мотивацию. Ассистент, дорогой братик мой, поверь в свои силы и дай нам М9, блюблат, иначе... Иначе тебя больше никто никогда не откроет, и ты никому не будешь нужен. Больше. Ну, сейчас посмотрим, как бы он дал мотивации. Брат, да. Плохо, я чуть не предал. Слушай, ну остались самые дорогие кастики. Project Zone 9. О, там нам 40 монстр надо, чтобы сатрак выпал. Как раз у тебя вся голда есть. Блин, на туре 40 монстр! Это было. Открываем? За тобой его немного не видно, но мы увидим его, когда он выпадет. А ну-ка. А, из-за меня не видно. Так, монтажер. Ай-яй-яй. Слушай, а сколько стоит это? Ну это же... дешево, это дешево. Брат, это пыль, это хэштег перхоть, не открываем даже, правильно? Люсик. Давай, брат, хэштег Люсик. Нет! Это, по-моему, дорого стоит. Это точно дорого. Слушай, ты меня так раздаришь, Абоэн. Брат, нам надо перезаписывать. 2к! А что так дешево? Я думал, около 10 тысяч стоит. Сколько? 2к для тебя это мало? Я думал, реально, что там 10 тысяч стоит, учитывая, сколько статрек стоит. Дзынь! Минус 2к. А сколько стоит статрек? Покажи еще раз. 28к. Я поэтому и думал, что он 10 тысяч стоит, потому что я помню, что статрек дорого стоит. Если сейчас будет статрек, я банкрочусь. Так, монстр. Ты готов? Давай. Погнали, дорогулечки, ты моя. Сейчас будет легендарная покупка М40. Монстр. Я уже испугался, что Фейстер Пойзен был. Пойзен точно 1015 обычно стоит, я точно помню. Да, это точно. Что, бро, давай, говори заклинание. На удачу, на рарку. М40 монстр. Да ты надоелся, М40 монстр, пусть она не выпадай. Все, бро. Короче, забей. М40 монстр просто одним словом, и все, и это все выпадение должно подкрутиться. Хэштег М40 монстр. Погнали, брат, погнали, Минчик, погнали. Почти подкрутил, ты видел? Дядь, ты как это делаешь? Ты сумасшедший! Давай еще откроем Project Zone 9, потому что там что-то, слышно, чутка не докрутило нам бы этот. Ладно, братик, все ради контента. О, ну на 2 штуки не хватает, ну все по-честному, смотри. А, ну блин, так бы 2 купили. Ну не хватает, бро, не хватает. Так, давай еще раз заклинание, М40, монстр. Все. Нет! Ой. Блин, это тоже дорого! Смотри, сработало, кстати, заклинание. Ну, он, по-моему, около 100 голды стоит, не знаю. Да дороже, он дорогой. А ну-ка, проверим теорию кентухи. Да он очень дорогой! 340! А, нифига, он так поднялся. А, купи! Я помню его еще, когда он стоил 90 голды. Я тоже, брат, помню, трава там была зеленая. Абоин, брат, но прямо сейчас мы вместе с тобой будем открывать
новый Nameless кейсик. Ты готов? Скажи мне только одно. Ты готов, брат? Или нет? Я готов. Брат, хэштег Алиэм был. Ребята, посмотрите, что можно сюда выпасть. Если харма нет, это трэш, это меня сама голда. Я тебя почти потрогал, блин. Брат, можешь меня погладить? Ой, брат. Ладно, все. Братишка, ты готов? Скажи мне честно. Да. Ты готов? Я готов. Мы открываем новый Nameless кастик. Давай вместе. Три. Два. Один. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Ну. Ну! Дядя Накопыло! Дядя Накопыло! Ты чего творишь, Абовин? Я предсказал. Дядь, как? Абовин, ты чего? Это трэш, это полный трэш. Что он творит? Это Абовин. Это Абовин! Ты так реально купишь такое за все деньги? А, ну кстати... Дядь, так мне не хватит купить! Я тебе свой солью. Надо что-то продать. В смысле что-то продать? Ничего, брат, я тебе свой солью! Все, я тебе свой солью. А у меня же есть, смотри. Я его, кстати, продавал. Мне даже не хватит, понимаешь? Все, я тебе свой солью за 0.3. Ловишь? А у меня этот... Нету столько голды, что ловишь. Блин! Блин, трэш! Минус лайк, ты ха! Че, может, тогда просто его за 0.3 соли? Брат, давай так. Ты подкопишь голдишки. Я тебе обязательно передам, ну ты, блин, везунчик. Это Габелло, хорошо? Пацаны, очко мамонта стоит. Передадим обоим. Ну, что вам сказать, леди и джентльменс. Сегодня я стал нищим. Просто бомжом. И это все из этого замечательного человека по имени Абоба. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Я думаю, на этом можно заканчивать. Прожмите лайки, подпишитесь на мой канал, потому что я сегодня бомжом стал. Потратил больше 70к. 80к голды в никуда. А может даже 90. Фух, это Габелло. Подпишитесь на мой канал. Также в телеге будут розыгрыши этих дешевеньких скинчиков. Ну как дешевеньких, за пару костерей вам разыграем, потом подпишитесь. Красиво, дешевенькие. С вами был Кентуха и богатый... Не богатый, а Абовин. Всем удачи, всем пока-пока.